Меня зовут Татьяна Ан, и я представляю на этой выставке свою работу «Иллюзион». Последние 2 года дали мне возможность побыть наедине с собой. Я много думала и одержимо рисовала. Для меня самым большим откровением было, каким хрупким оказался человек, и как легко и быстро природа возвращается туда, где раньше и не было места, в города. Это дало мне возможность поверить в то, что мир не такой, каким мы себе его представляем. Мир человека иллюзорен, он сюрреалистичен. В этой картине я хотел передать это странное ощущение от того, что непонятно, кто кому иллюзию. Природа для человека или человек для природы. Может быть, такое противопоставление не совсем правильно, но мне кажется, что сейчас человечеству дан такой большой, может быть, даже и последний шанс, когда он должен понять, где же на самом деле находится место его в природной цепочке и как ему с этим знанием дальше жить. Я думаю, что все будет хорошо. Оптимизм – это то, что дает мне возможность жить, творить и надеяться.